Приморье и Сахалин во власти снежного циклона. Сильный шторм разыгрался на севере Японского моря. До понедельника закрыта паромная переправа через Татарский пролив. Видимость здесь минимальная, шквалистый ветер и волны высотой в 3 метра. Всем судам передано штормовое предупреждение. Самые крупные порты, Владивосток и Находку, тоже засыпают снегом. Циклон будет хозяйничать на Сахалине и в Приморье 2 дня. После уйдет в центральную часть Охотского моря через Курилы и на Камчатку. На Урале ситуация не лучше. Там выпала почти месячная норма осадков. Ночью с улиц Екатеринбурга вывезли более 3000 тонн снега. Техника на улицах работала беспрерывно. Одни и те же участки дороги приходилось чистить по несколько раз. Что такое настоящая зима, почувствовали и жители европейских стран. В Великобритании мощный снегопад не прекращается 2 сутки. Метеорологи говорят, что такого ни в Англии, ни в Шотландии не было уже 17 лет. Снегоуборочная техника работает в авральном режиме, движение транспорта затруднено. В северных районах Испании, Каталонии, стране басков тоже морозы. В Германии высота снежного покрова достигла 10 сантиметров. Больше всего страдают автомобилисты. На трассах серьезные аварии, водителям приходится стоять в пробках.